приехал в нужное место, там, где нужно разобрать вот эту вот пристройку веранды. Потому что эта пристройка веранды от этого дома уже скоро упадет в эту сторону. И уже входить нужно будет в дом не в эту дверь, а дверь, которая находится в доме. И вот здесь нужно сделать фундамент. А чтобы сделать фундамент, вот эту пристройку к этому дому ломать не буду, а вот эти доски отдирать. Здесь будет какое-то пространство, буду копать траншею. И в эту траншею буду заливать уже готовый товарный бетон, который буду делать сам вручную, как всегда. Вот такая вот петрушка. Фундамент будет здесь, вот здесь будет, здесь фундамент будет, вот здесь будет фундамент, и он туда направляться к вот этому бревенчатому дому. Ну, вроде понятно. То есть вот такой вот фундамент. Всего в погонных метров 20. Мы с хозяйкой посчитали. 20 погонных метров. И начну потихонечку вскрывать вот эти вот доски. И посмотрим, что там находится. И всю эту веранду буду подвешивать, чтобы она держалась на чем-либо. А на чем-либо я даже сам не знаю. Ну вот, приступаю. Первое движение. Посмотрите. Хозяйка, выйди, посмотри, пожалуйста. О, что я нашел? Это же вход называется. Да. Тут есть какие-то брикеты. Брикеты. Вот смотрите, брикеты чего-то. Торф. А что это? Торф, да? Торфяные брикеты. Печку вот представляете, топить. Печку топить. Вот хозяйка даже не знала. Она забыла. Все. Первая вот такая вот работа. Вот это буду скрывать. Вот эти вот стойки, я посмотрю, что с ними сделать. Вот этот лежак тоже буду вынимать каким-то образом. В общем, работа пошла. Так, оказывается, вот такая вот дверца была. Все понятно. Освободил место для того, чтобы копать траншею. И здесь тоже можно освободить. Вот посмотрите, какая конструкция получилась. То есть там опора. Здесь тоже опора. И здесь тоже вот такая опора. Посмотрите, как получается интересно. Вроде понятно. О, веник. Возьму этот веник, может, в баню свою унести, да попариться. Так, надо забрать его.
с одной стороны щит опалубки сделан, теперь нужно с другой стороны сделать. Вот здесь вот эта черта и внутренняя свободная часть для заливки бетона остается 25 сантиметров. Ну, вроде понятно. 25. Пойдет нормально. Теперь нужно закрепить. Закрепил. Вот этот саморез сверху для натяжки шнурки, чтобы были вот здесь вот черточки сверху. Ну, вроде понятно, вот эти черточки. Теперь вот здесь закручиваю. Вот таким вот образом подтягиваю. Вот этот низ — это уровень. Строго уровень. И мне каким-то образом нужно приподнять, а то получается доска вот так вот коромыслом, и здесь нужно каким-то образом вверх натянуть. Спускаюсь вниз и на себя буду вот так поднимать. Вот так. Ну, приблизительно. Ужас. Все. А то был огромный зазор. Вроде понятно. Все. Вот такая вот линия получилась. Просто шикарная. Магнит.